Всем привет! С вами я, Светлана Светлая, и это «Культ Просвет». Скоро Лыткарино отметит 60 лет. Как весело и полезно провести этот праздник, я сейчас расскажу. Стартует праздник в 13:00 на главной площади Лыткарино, а в 15:00 и 19:00 вы можете зажигать под любимые песни артистов. В 21 час вас ждет праздничный салют. В небо запустят сотни пионов и хризантем. Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в 10:00 в парке УДК «Мир». Это отличный шанс вырастить дерево для мужчин, которые еще не успели воспитать сына и построить дом. Подробности вы можете узнать на сайте посадисвоедерево.ру. Самых активных садоводов наградят в 15:00 на летней эстраде в рамках городского конкурса «Я украшу цветами свой город любимый». А в 15:30 здесь же, на летней эстраде, пройдет выступление духового оркестра. Цветы и музыка подарят эстетический заряд на весь день. Уже много лет в День города Лыткарино проводится турнир среди ветеранов по футболу в память о Юрии Головкине, прекрасном человеке и спортсмене, который длительное время выступал за команду «Кристалл» и сборную Лыткарино. Продолжая спортивную тему, вы можете увидеть настоящий воздушный бой. В 10:00 на пойме Москва-реки вниз по улице Песчаная пройдет чемпионат России и Кубка старателей в классе радиоуправляемых моделей воздушного боя. Бойцы рубят винтами цветные ленты, прикрепленные к хвостам противников, при этом стараясь сохранить собственные. В 12:00 ДК «Центр молодежи» пройдет турнир по шахматам, ведь шахматы – это тоже спорт, а спорт – это в первую очередь достижение мастерства и преодоление себя. Для любителей активных видов спорта в 12:00 на стадионе «Полет» будет проходить чемпионат Московской области по футболу среди мужских команд «Спортивная школа Лыткарино» против футбольного клуба «Урожай». Приходите болеть за наших! В спортивном комплексе «Кристалл» вас ждет кубок сильнейших команд Московской области по баскетболу. 16 сентября в 15:30 играют «Олимпик Мытищи» против «Данка Истра». В это же время «Кристалл Лыткарино» против «Авангард Коломна». 17 сентября в 15:30 ждет игра за третье место и финал. Немного эстетики. В 15:30 в ледовом спорткомплексе «Лыткарино» пройдут показательные выступления фигуристов ко дню города. Победители викторины «Лыткарино в историях и лицах» в 10:30 ждет торжественное награждение в Центральной городской библиотеке. В каком году был основан Лыткарино и кто такие лыткари? Викторина «Знаешь ли ты свой край» пройдет в 11:00 в городской библиотеке «Петровская». Лыткаринский историко-краеведческий музей приглашает в гости в советскую квартиру. Хрусталь, серванти, ковер на стене и другие любимые сердцу вещи из прошлого. Хозяева квартиры будут ждать в гости с 11 до 17:00 на выставке «Мой адрес Советский Союз». Не забудьте погладить свой пионерский галстук, ведь пионер всегда готов. А на этом у меня все. Просвещайтесь вместе с нами!